кто он такой? Я в лагере такого не встречал. Геннадий Леонидович Бортников. Советский-российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации. С 1962 года в труппе театра имени Моссовета снимался в фильмах «Взрослые дети», «Черемушки», «Наш дом», «Взорванный ад», «Братья Рика», «Кентавры», «Следствие ведут знатоки» и других. Вы будете служить в Петербурге! Ура! Ура! Что с тобой, сэр? Ура! Но, боже мой, как же вы хорошо играете! Комедию. Ушел из жизни от инфаркта. Похоронен актер на Веденском кладбище Москвы. А я начинаю тебе верить.